Я не собираюсь одевать вас в ермолки. Возьмите этим летом, поезжайте в Израиль, поступите в Ешиву. Если вам не понравится, уходите. Понравится, оставайтесь. Более того, не возвращайтесь, женитесь там. Заведите много детей. Каждый еврейский ребенок – это бриллиант. Живите в поселении, в Иудее или Самарии. Ходите по тем же камням, по той же земле, по которым ходил Авраам. Вы будете видеть, как растет поселение, как оно превращается в деревню, в поселок. И однажды вы будете сидеть со своими внуками, говорить с ними на еврейском языке и рассказывать, что когда-то, когда вы сюда приехали, здесь ничего не было, а теперь здесь поселок. И они будут смотреть и восхищаться, какой у нас дедушка, какая бабушка. И тогда вы поймете, что такое настоящее еврейское счастье.